Крошка Антошка ТВ представляет. Привет, ребята! Я гоночный автомобильчик Вихрь. У нас возникла проблема. Перепутались машинки. Давай найдем правильные машинки по их силуэту. Вот силуэт. Нужно подобрать машинку. Нет, не она. Ну, может, это? Нет, не подходит. А вот такая. Не то. Попробуем еще разок. Отлично! Гоночный болид. У нас еще один силуэт. А ну-ка посмотрим. Нет. Следующее. Тоже не подходит. Как думаешь, подойдет? К сожалению, нет. А может, вот эта машина? Точно! Городской автобус. Мы отлично справляемся. Вот наш силуэт. А вот машина. Ой, нет! Попробуем еще раз. Совсем не подходит. А вот это? Нет, не она. Может, эта машина подойдет? Нет, конечно. Ну а эта подойдет? Да! Легковой автомобиль. Привет, ребята! Я гоночный автомобильчик Вихрь. У нас возникла проблема. Не покрашены гоночные машины. Помогите мне покрасить их. Чтобы заработал распылитель краски, надо сказать название цвета. Оранжевый. Повторяй за мной. Оранжевый. Готово! Это оранжевый автомобиль! Какой следующий цвет? Красный! Повторяй за мной! Красный! Хорошо получилось! Это красный автомобиль. Называем цвет. Желтый. Смелее. Желтый. Здорово. Это желтый автомобиль. Это какой цвет? Синий. Еще раз. Синий. Это синий автомобиль. Хорошая работа. Но еще не все машинки покрашены. Назовем и этот цвет. Фиолетовый. Повторяй за мной. Фиолетовый. Получилось.
это фиолетовый автомобиль! Этот цвет еще не называли. Зеленый. Громче. Зеленый. Класс! Это зеленый автомобиль. Мы покрасили все машины. Спасибо, ребята, за помощь. До встречи! Привет, ребята! Я гоночный автомобильчик «Вихрь». На автозаводе возникла проблема. Перепутались детали. Помогите собрать все машины. На рисунке правильные части машины. Запомни их. Для сборки машины используем только правильные детали, которые мы видели на рисунке. Эта деталь была на рисунке? Да! А эта деталь? Была! Соединяем их. Помнишь эту деталь? Она была на рисунке? Отлично! Она нам подходит. Эту деталь ты узнаешь? Ее не было на рисунке. Она лишняя, не пригодится. А это правильная деталь? Конечно! Машинка готова! Отлично, ребята! У нас получилось! Но остались еще детали. Помогите собрать еще одну машину. О, симпатичная будет машина! Запомни изображенные на рисунке части новой машинки. Опускается ящик с деталями. Такая часть машины была на рисунке. Отлично! А эта деталь подойдет для нашей машины? Конечно! Вспоминай рисунок. Это правильная деталь? Она лишняя. Возвращайся в ящик. Следующая деталь. Да, она нам подходит. Ну и, наконец, эта деталь. Она тоже была на рисунке. Ура! Собрали машинку! Отлично! Лишние детали не помешали нам собрать машинки. Спасибо, ребята! Привет! Я гоночный автомобильчик. Меня зовут Вихрь. Я уже большой, и мне пора учить цифры. Если хочешь, давай учить цифры вместе. Так веселей! Цифра 1. Вихрь, посмотри, на доске в нашей игровой комнате цифра 1. Запомнишь ее? Запомню. Цифра 1. Ой, как интересно! Что это? А ты выбери любой предмет, нарисованный на доске, и увидишь, что будет дальше. Этот. Это желтый легковой автомобильчик. Он настоящий. Правильно, Вихрь. А сколько автомобильчиков ты видишь? Я вижу один автомобиль. Верно, он один. Один автомобиль. Мне нравится. Ну тогда выбирай следующий предмет. Этот. Я знаю, это ракета. А она тоже настоящая? Конечно. Она сможет взлететь? Сможет, если ты сможешь сказать, сколько на рисунке ракет. Она одна. Одна ракета. Ух ты! Это космос. Как красиво! Так много звезд. И еще Луна. Она тоже одна. Луна только одна. Одна Луна. А теперь можно выбрать Солнце? Выбирай. Это солнышко. Оно желтое и доброе. Солнышко всем светит.
и всех греет. И оно тоже одно, одно солнце. На доске остался последний рисунок. Вот он. Это тортик. Что ты можешь рассказать про этот тортик? Он шоколадный и он один. Да, один торт. Этот тортик с одной свечкой. Верно, одна свеча. Мне очень понравился наш урок. Теперь мы с вами всегда сможем узнать цифру 1. До встречи, ребята! Привет! Я гоночный автомобильчик Вихрь! Вихрь, привет! Как ты думаешь, что мы будем сегодня делать? Я думаю, мы будем учить цифры. Ты прав, Вихрь! Цифра 2. Посмотри, это цифра 2. Так вот она какая, цифра 2. Ух ты! Можешь выбрать любой предмет с доски. Я выберу этот. Это автобус. Какой высокий автобус. Это потому, что он двухэтажный. Точно. Один, два, два этажа. Это знаменитый красный двухэтажный лондонский автобус. Учить цифры так интересно! Ну, выбирай следующий предмет. Ой, двойка плывет. Это лебедь, водоплавающая птица. Похож на двойку. А теперь? Теперь не похож. Вихрь, сколько лебедей ты видишь? Вот один. Ребята, вы видите другого лебедя, кроме этого? Точно, вот он, второй лебедь. Два лебедя. Два. А сейчас я хочу выбрать колесо. Выбирай. У нас два колеса. Этого достаточно для транспорта? Нет, надо четыре. А если вот так? Ух ты! Это электровелосипед. Есть и другие виды двухколесного транспорта. Это, например, мотоцикл, скутер, велосипед или самокат. На доске остался один предмет. Это яблочко. Ой, здесь совсем не два яблока. Их огромное множество. Это яблоневый сад. Смотри, ежик в траве. Он ищет спелые яблочки. О, сразу два спелых яблочка упали с дерева ежику на спинку. Два яблока. Цифра 2. Мне очень понравилось учить цифру 2 вместе с вами, ребята. Всем спасибо. Пока. Ну что, какой мультик ты будешь смотреть дальше? Выбирай, жми на картинку. Подпишись на наш канал.